В России отмечается один из самых теплых праздников. Праздник мамы, День матери. Смотрю вот сегодня на вас. Какие вы все красивые, элегантные, настоящие мамы, настоящие женщины. От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Мама – самое главное слово в жизни человека, которое с колыбели успокаивает нас, делит с нами все невзгоды, верит в наш успех, независимо от того, сколько нам лет. Я желаю вам всегда оставаться такими же красивыми, молодыми, умными, загадочными, и чтобы дети любили и всегда уважали вас.